Приближается важное событие. Впервые Чувашию посетят участники международного ралли «Шелковый путь». Экипажи на 150 грузовиках и внедорожниках стартуют 7 июля с Красной площади в Москве, а 8 июля они уже будут в Чебоксарах. Как идет подготовка к встрече, обсудили на заседании в городской администрации. 10 тысяч километров – такова протяженность «Шелкового пути» – Россия, Казахстан, Китай. Зарядиться силами перед дальней поездкой автогонщики решили в Чувашии. В Ядринском районе для них подготовлен специальный участок гонки в 61 километр, а в столице республики – праздничная программа и заслуженный отдых. Участники ралли проедут по центральному улице города и встретятся с нашими чебоксарцами, гостями нашего города на Красной площади. Здесь будет организован праздничный городок. В течение дня здесь будут работать интерактивные площадки, мотоспорт, картинг, автомобильная федерация. Центральное место займет презентационная экспозиция «Ралли Шелковый путь». Еще одна важная тема для столицы. Продолжается реконструкция Московской набережной и Чебоксарского залива. Уже благоустроено 880 метров набережной на сумму более 140 миллионов рублей. Начинается реализация второго и третьего этапов проекта. Общая протяженность второго и третьего этапов составляет 3 километра 120 метров. Стоимость строительно-монтажных работ 477 миллионов рублей. Работу планируется завершить в третьем квартале 2018 года. В ходе реконструкции будут продолжены работы по строительству технического проезда, велодорожки, пешеходного бульвара, устройства наружного освещения. Столичные власти уделяют большое внимание состоянию дорожного покрытия. Более 730 миллионов рублей выделено на реализацию программы «Безопасные и качественные дороги». На сегодня работы выполнены по 11 адресам.